Щелковский пожарный гарнизон объединяет в своих рядах сотрудников трех подразделений – отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Московской области, 37-го отряда Федеральной противопожарной службы и Щелковского территориального управления силами и средствами Мособлпошспас. Вместе с родными и близкими работники этих подразделений собрались в актовом зале Щелковского театра, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Сколько, скажи, кукушка, тропой. Заместитель главы администрации городского округа Щелково Евгений Петеримов зачитал поздравительный адрес от имени руководителя муниципалитета. От имени администрации городского округа Щелково сердечно поздравляю всех сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником Днем пожарной охраны России. Спасение людей от огня – самая благодарная миссия. С приветственным словом к сотрудникам подразделений пожарной охраны, которые действуют в округе, обратилась председатель Совета депутатов Надежда Суровцева. Вы всегда первые, вы всегда на острие атаки. А для этого ведь нужно очень много, нужно иметь душевные силы, нужно иметь уверенность в том, что рядом с тобой плечо друга, что тебя всегда поддержит. И это в вашем дружном коллективе всегда есть. Своих подчиненных поздравили их начальники. Самое главное, друзья мои, я хочу вам пожелать счастья, успехов во всем. Чтобы над вашими головами сияло только солнце, чтобы никогда не омрачалось тучами никакие события. Наш гарнизон, это вот хотел тоже подчеркнуть, сейчас занимает 7-е место в области среди 44 гарнизонов. Это ваша заслуга, ребята. В этот день более 40 сотрудников Щелковского пожарного гарнизона получили грамоты и благодарственные письма, подписанные руководителями администрации, Совета депутатов, а также представителями органов управления соседних муниципалитетов, куда, если потребуется, тоже выезжают по тревоге щелковские пожарные расчеты. У нас одинаковых дней нету, у нас они все разные. Также мы занимаемся, во-первых, тушением пожаров, подготовки для тушения пожаров, обучением. И занимаемся пожарной техникой, личным составом, все для того, чтобы успешно тушить и выполнять задачи по тушению пожара и спасению людей. Я очень доволен своей работой. Вдохнул какую-то новую жизнь. Это как стала вторая семья, можно сказать. Коллектив мой караул. Всем присутствующим еще одной наградой был концерт. В нем звучали и песни, которые исполнялись детьми сотрудников пожарной охраны. На сцене Полина Иванова, дочь пожарного. Полет и полет, и судьбы в непогоду рискуют пилоты, чтоб вырвать свободу, чтоб вырвать свободу. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».